У нас сегодня прямое попадание по улице Горловской, прямо живо, чудом люди остались живы. Ну, будем говорить, ну, сейчас дети, мы стараемся по путевками, кто желает поехать там, допустим, в Артек или Изумрудный город, Светогорск, мы таким образом, скажем, эти вопросы решаем. Значит, сейчас мне было приятно, что с моего родного села исполком принял решение, созвонились мы с сельским головой, Стукало Эдуард Алексеевич предлагает, ну не бог весть какие условия, но по крайней мере остаться живым и поехать на это время в маяке с семьями, там кто может, это самое близкое. Значит, Севастополь предложил свои услуги, тоже мы сейчас туда отправляем семьи с детьми. Вот пока такая сила. Ну, коридора как такового, да. На Артек согласовываются все наши передвижения с украинской армией. Единственное, будет задержано передвижение. Мы отправляем детей с Дебальцево, поскольку вокзал в Донецке был разбит. И у нас тогда там поездка не получилась. Мы теперь приняли решение и отправляем луганским поездом, Луганск-Симферополь. Сегодня мы в 15 часов от сельхозтехникума, аграрного техникума наших детей в количестве 172 человека отправляем на Дебальцево. Сопровождение милиции. Милиция договаривается о передвижении как с этой, так и с другой стороны. Вот это вот такие вопросы. Что касается ну, электроэнергии, подачи электроэнергии, у нас, конечно, частенько бывают перебои из-за того, что либо осколками перебивает. Ну, в городе проще. Самый сложный вопрос у нас – это Андреевка. Вот она уже, наверное, 10 дней, 10 без электроэнергии, а вместе с ней Красноармейская, и вместе с ней часть Басовки второй. Вот это вот самый сложный вопрос. Будем говорить, сегодня их надо состыковать в кучу, и украинскую армию, энергетиков, и у нас в этом вопросе и райадминистрация занималась, и мы подключали уже разные моменты. А сегодня вот поступил приказ от Порошенко, что у нас тут надо до 1 июня с этим вопросом разобраться, то есть с нами. Поэтому опять наступает вот момент, что ну, трудно согласовать этот вопрос, поэтому не знаю, как дальше, но сегодня, пока этот вопрос остается открытым, это самая большая проблема сегодня у нас, это Андреевка и Красноармейская по электроэнергии. Вода есть, ну, порывы, как обычно, вот они тоже есть. Ну, в принципе, спасибо погоде, что дождик выпадает, у нас сегодня с водой более или менее. Значит, ну, с выплатами пенсий, зарплат, там, где через банки, то тут, конечно, есть сегодня напряженка. Я думаю, значит, по пенсиям. По пенсиям мы обратились сегодня к вышестоящим органам вот, Донецкой Республики. У нас же тут свой министр теперь есть, Стрелков. Он обратился, и как будто бы вопрос решается положительно. То есть нам деньгами помогут в связи с тем, что казначейство перестало нам пенсионный фонд деньги перечислять. Поэтому до конца месяца, наверное, не получится сразу рассчитаться. Ну, за счет собственных средств мы уже за 2-3 дня сумели, скажем, сами рассчитаться. Но остается еще там дней за 10, за 9, я не знаю, когда последний день выплаты пенсии через пенсионный фонд, то ли до самого 31 числа, то ли может чуть раньше заканчивается. Ну, вот общими усилиями, надеюсь, мы все-таки эту проблему погасим. Сложнее будет с 1 числа, но я думаю, тоже опять через те же источники мы таким образом постараемся эти вопросы порешать. Главное, чтобы не бомбили, главное, чтобы люди остались живы. Все остальное мы решим. Если будут открыты пути дороги, пусть не в Славянске, можно поехать в Дружковку, если через банкоматы получить. В Краматорске, наверное, точно так же, там не все гладко. Я не готов сказать, я не выездной. Ну, что касается других городов Донецкой области, если есть возможность проехать и снять свою сумму денег, таким образом можно. Через те банки, которые вот сегодня в Славянске временно не работают. Если через почтовое отделение, все будет нормально, решено. Можно даже принять для себя решение, но это надо до 1 числа, чтобы со следующего месяца пенсионный, ну, будем говорить, там, расторгнуть договор с банком, чтобы он не с пенсионного фонда эти деньги не забирал, а все, чтобы шло на почтовое отделение. Можно поступить и таким образом.